3 декабря. Рустам приехали в Сладом. Сегодня мы провожаем Ксюшу. Он Булат. Сегодня провожаем Ксюшу. Завтра уже Рустам с Настей улетают. Рустам с Владом ездили сегодня по делам. Владик, его огромный танк, машина, в которую еле вообще можно залезть. Его огромные колеса. Вот. Крутые пацаны на крутой машине танке. Рустам сегодня на шопинг ездил. Крутой, опасной кожаной куртке, которая мне безумно нравится. Из 90-х. Музыка он у них играет, если вы можете услышать. Вон Рустам с покупками. Купил мне новую зарядку на Apple, я ее сломала. Я молодец. Ну, короче, вот такие у нас ребята дела. Куда-то они пошли. Видите, какие крутые пацаны, крутые, видите, у них уже своя тачка у Влада. Еще какая тачка, не просто. Это танк, посмотри, как он сейчас будет туда садиться, видите? Это ужас, я еле на нее залезла, хотя у меня рост 1,75 м, я еле оттуда выпрыгнула, еле туда залезла. Короче, ладно, что-то они не собираются, наши крутые пацаны, домой заходить. Где? А, все так, все, брат, поехал. Привет! Как дела? Привет. Че купил себе, мне купил? Ой, кроссы? Или это зимние? Что такое расстроенный, устал? Тем временем Настя здесь с бабушкой, хозяйки, хозяюшка, делают вот такие красивые пельмени. Ну, не совсем красивые. Почему? Через раз у меня вот... Покажи. Дима, ну, не совсем идет. Ну, Настя, ну, красиво. А все, там уже убрала в марку. Некрасиво убрала? Вот, Настя. Ну, бабушка, ну, пожалуйста, прекращай. Бабушка всегда недовольная. Короче, вот Настя сейчас Рустам варит пельмени. Вот Рустам пришел, Настя хозяюшку лепит своему пареньку пельмешки. Вот Рустам показывает, какую он себе обувь купил. Бежевая Русь. Да, они меньше. Меньше? Слава богу. Эти вообще огромные мне калоши, вот. Знаешь, на ногах. Вот Рустам лакшери тапочки. Вот я купила Adidas. Ребят, вы в курсе же, мне мама подарила на Новый год полароид. И вот смотрите, мы с Ксюшей сделали такую вот очень красивую фотку. Мне очень нравится. Смотрите, как Ксюша красивая фотка, офигенная просто. Но до этого мы взяли и просто профигачили два картриджа, потому что открыли его, а, ну, картриджи, оказывается, картриджи эти нельзя открывать на свету, потому что следующий кадр, вот, он испортится. И мы испортили просто так два кадра. И вот Рустама сфоткали, но вот она сейчас проявляется потихонечку. Тоже смотрите, какой красавчик, вообще жесть. Блин, я всегда очень хотела себе полароид, это просто, не знаю, мне очень всегда нравилось. Вон, и вот сейчас посмотрим, как проявится Рустамчик. Ну, надо чуть-чуть в темноте полежать. Как моя одна подписчица написала, что их лучше проявлять в темноте. Я пользуюсь своим советом, спасибо. Рустам вот примеряет свои красивые новые кроссы. Ну, наверное, здесь можно оставить уже. Ну, вот свои. Старые. Рустам, ну неужели эти не маленькие? Не нога такая маленькая, кажется. Да, Анечка с Ксюшей нет. Сидят. Ой, смотри, как он. Ну да, да, это же серьезно. Ну 100%. Сразу, да, 100% я уже поняла. Наоборот, они большие. Это я беру с расчетом, что еще на носок буду брать. А какой ты размер, Русь? На полразмера меньше. На полразмера. Ну, тебе огромный склон. Какой размер, Русь? В смысле какой? Вот этот какой? Я что, знаю, 44-й, нет. Это вообще 44,5. Русь, покажи футболку. Думаю, может, эти шнурки вот эти черные сюда перекинуть. Да нет, синяя же сочетается подошва. Помню очень. Мне подошва. Да? Да. Рустам, покажи. Не будут они пачкаться у тебя. Adidas. Покажи футболку, Русь. Да, не знаю, как слушать. Покажи футболку. Еще там прям Хабиб. Ой, с Хабибом взял. Adidas Хабиб есть? Россия. Да, а. Скажи, подожди. А это кто такой? Что-то знакомое какое-то лицо. Российские бойцы, я думал. Ну сначала Данька сниму. Данюш, ты провожаешь Ксюшу? Ты мой сладкий, вот так он на стол делает. Вот смотрите, какая у нас восточная семья. Потому что у нас сноха пельмени лепит. А вот сынок их ест уже. Нормина. Я просто за компанию. Да, просто за компанию. Мы провожаем сегодня Ксюшу. Она отпраздновала Новый год с нами и уезжает сейчас. Нармина поедет провожать вместе с Ромой и Витой, да? Угу. А Рустам с Настей идут сегодня гулять с друзьями, да? И завтра тоже уезжают. Куда идешь? Я не знаю. Не знаешь? Нет, идешь. Настя уезжает в Усть-Каменогорск, а Рустам куда? Нармин, куда Рустам уезжает? Я
Как называется город? Рудный. Кустанай. А с Кустаная он еще куда-то... А, в Рудный. Он едет в Рудный. В Рустанского и в Изменаленд он едет. Ксюш, как тебе впечатление о Новом годе? Очень хорошо, все же. Как ты встретила 2019? Мы все приезжаем, все вместе. Хорошо. Да, мы скоро к тебе в Москву приедем, жди нас. А ко мне? Ты едете? В Новосибирск? Нет, нет. Ты приглашаешь? Да, конечно. Тогда. Да. Хорошо. Хорошо. Конкретно скажите. Конкретно мы приедем. Бабушка не была в Новосибирске. Я тоже. Что скажет? Я что скажу? Да. Не выспалась я, кошмар. После ледового, да? А? После ледового. Нет, просто рано встал, кто-то мне спать, мама ночью не дала своим разговорчиками. Ну, пока все в жизни не обсудим, я не знаю, как мироздание произошло. Да, обычно наоборот же ты не даешь спать. Да, меня она разбудила, пришла. Им пришлось разговаривать с ней. Пока про вас же разборки с Настей. Да, она сказала, что Настя с Русланом не помирились, и потом... Я вчера съела, я буду они разбора. Что-то... Да. Так мы, главное, мы не рассказали тебе. А что не рассказали вам? Главное, это что? Что она это что? Сказала мне, обидно. Ну, да, я это забыла, кстати, извини. Правда, мы еще на ракете, когда поговорили, я совсем была забита другим, я забыла извиниться. Так что там реально ждала, правда. Вот, ну видишь. Вот видишь, человек да. осознал свою ошибку, а ты тоже что-то не извинился. Ну как за все, что? Да, давайте не будем раздавать опять проблемы, все. Яблоко раздора съедено, переварено и уже отправлено в Путину. Ну все, теперь уже. Так что все. Нармина наш адвокат. Я адвокат, нет, я примеряю людей, хожу. Ромео Джульетта пришла вчера. Психолог? Да. Ты психолог? Не, я журналист. Я журналист? Я могу поссорить и примирить. Я либо ссорю, либо мирю. У меня другой задачи нет. Нет, не закончились. Ты не хочешь поучаствовать? Ксюша, пожалуйста, притащите этот чемодан. Ну, сейчас притащит. За нами. Мама, осталось немножко, надо уже собираться. Я Рому сейчас тороплю, потому что на мы должны выйти в 4. Я выхожу сюда полчетвертого. У нас 5 регистрация. Мы с Витой в прошлый раз, дабы пока ехали, по пустой дороге ехали 45 минут. А представляете, сейчас будут пробки. Рома, ешь быстрее. Рома! Ну будешь... Ты раз опустила, как я мне жалела. Ну, видно, это реально стало... Я отпустила. Видно. Она знаешь, что сказала? Видно же, по-стариковски едет. Ну, видно, ты реально ездишь очень медленно стало. Вид, ну чтобы мы по пустой дороге за 45 минут ехали. 80, я еду 80. Рома, ну ешь быстрее, ну мы опоздаем. Ну ешь. Мы все, Ксюха уже на пороге сидит одетая. Пойдем быстрее. Просто, Рома, ну сейчас опоздаем, я говорю, зачем нам это надо? Рома, я тебя сейчас ушатаю. Пойдем, Рома. Я вас жду, вас жду. Давай, идем. Ну, Рома, да, это же девочка все-таки. Ничего, нормально. Даня тоже все. Ксюша, вот мы провожаем. Традиция садись на дорожку. Быстрее, Рома, что ты все портишь? Давай, встань. Все, с Богом. Слава Богу, мы приехали вовремя. Доехали за 30 минут. Удивительно. Потому что мы один раз, когда ехали за Ромой, несколько дней назад, ночью ни с одной машины доехали 45 минут. Сейчас мы за 30 доехали. У нас еще 10 минут до начала регистрации. Ну, всегда лучше приехать раньше, чем ехать потом как ненормально. Потому что у нас, помню, Рустам чуть не опоздал на самолет, бабушка чуть не опоздала на самолет за пробу. А, вон, Ксюшу провожаем. Сейчас регистрация. Рома у нас хорошее настроение. Рома у нас вообще в последнее время очень хорошее настроение. Я говорю, только вчера, да, Ром, как будто вчера тебя приехали? Встречали, а уже все, и Новый год прошел, уже все прошло. Надо пройти в бизнес-классе, показать эти моменты. Да, я всегда в бизнес-классе. Нет, я всегда в бизнес-классе, если честно. Как быстро прошло наше время. А мы, Рома и я, улетаем примерно 15-го числа. Рома, какие у тебя твои комментарии? Тебе понравился наш Новый год? Естественно. Наш Новый год. Рома мне что-то начал в последнее время затирать про Ахану. Ахана. Семья. Ахана же была, нет? Я в шоке, то, что она не забыла паспорт. Как? Шка? Около окошечка. Ну да, я Ксюху заранее мы ее зарегистрировали. Да, вот такая да, бывает же. Ого, Ксюш, вот и год прошел. Помню, ровно год назад стоять тоже обнимаюсь. Давай, удачного тебе пути. Все на видео. Хорошего тебе все. Вита, а что делать? Конечно, на видео. У меня ничего. В жизни я ее не обнимаю уже. Я вообще с ней даже не дружу, если не на... Только на камеру дружу. Только на камеру. Ладно, давай, увидимся скоро. Счастливого тебе пути. Желаю тебе сесть красавчиком. И чтобы у вас все было хорошо. Чтобы он тебя типа, на замуж позвал. Вы нарожали 5 детей.
что все будет. Только так мало нарминать. А, 7. И установили 3. Вот. Все хорошо. Пока. Снимала я Ксюшу на паспортном контроле, подошел пограничник, сказал: девушка, удалите, пожалуйста, видео. Я говорю: ну я всегда здесь снимаю, вы меня ругаете, но я все равно снимаю. Он такой: девушка, это статья 501, пожалуйста, удалите видео. Короче, я полчаса пыталась удалить видео, потому что я не знала, как его удалять. Все-таки удалила. Я говорю: молодой, думаю, пограничник, ты еще... Вот там всегда пожилые ходят, они все понимают, ничего тут такого нет. А он такой вышел на службу, наверное, пытается соответствовать суставу, но выполнять свою работу, его нельзя за это осуждать, но ёбки-палки. Ну ладно, там не так уж важное видео уж было. Так что не так уж обидно. Но все равно не люблю, когда меня заставляют удалять видео. Это, знаете, то же самое. Ты делаешь какую-то работу, тебе говорят: удаляй. Обидно. Приехали кормить собак на дачу. Все. Нашего лабрадорчика. Сумбочку. Как я говорю вам, еще раз, мы их отдаем. Если нужны, забирайте. Но я думаю, что их никто не заберет. Потому что я сколько пытаюсь приютить собак, мы же бездомных, у меня не получается. Мы приходится через видео иметь в виду, так как мы их раздаем еле как. Ой, господи, этот лабрадор, это же вообще какая-то полная, я не понимаю. Лабрадор вообще непонятно, у нее бешеный просто аппетит. Она сейчас у нас похудела. Мы думали сначала, что она беременная. А сейчас она вроде бы это уже похудела, но все равно это полнее собаки я в жизни не видела. И такой активный и немного бешеный. Так что кому нужен лабрадор, девочка, очень милая, хорошая, пишите, отдадим в хорошие руки. И вот такая дворняжка. Пытаемся всегда приютить вот таких вот собак. Несколько приютили. А вот эти у нас остались пока. Щенков у нас получилось все-таки приютить. Помните, я их выкладывала в Инстаграм себе. Вот. Вот такой вот огромный у нас лабрадор. Самый голодный лабрадор. Это вообще что-то. Смотрите, какой у него аппетит просто бешеный. Вот это бедной собаке вообще ничего. Эту зовут Найда, эту зовут Мила. Это вообще что-то. Интересно, какая судьба, говорю, у этой собаки? Либо хозяин умер, ее выкинули. Но она потерялась и целых там 2 недели сидела на одном месте и никуда не уходила. Ее точно нашли бы. Она не бегала. Скорее всего, Вита думает, что ее выбросили. Она раньше была инкубатором для щенков. А сейчас постарела, не имеет уже возможности рожать детей, и ее, скорее всего, выкинули. Либо то, что ее хозяин умер, ее выкинули куда-то. Очень такая любвеобильная. А вот Найда, она очень пугливая. Она была очень худая, просто умирающая. Сейчас видите, как поправилась. Она очень боится людей, не подходит ее себе гладить. О, смотрите, какая... Ого, какая быстрая! Обалдеть, дедушка говорит, что реально с ней на охоту надо ездить. Очень быстрая собака. Ой, ребят, здесь раньше проходило все мое лето. Вот на вот этой старой даче. В этом бассейне я училась плавать. А, нет, ну не здесь, бабушка. Меня в чи... Меня выкинули в этот бассейн, хотели утопить. В этот? Да уж. Что? Ой, Вита сейчас будет кидать палку. Здесь у нас виноград дорос, а вот второй балкон, я всегда на него залазила. Все детство у меня прошло на этом, в этом доме, в этой даче. Ну как все детство? Мы жили в квартире, а к бабушке и дедушке приезжали... Ой, Ром, прости. Приезжали сюда. Ой, ой, ё. О, вон там. О, несет, молодец, молодец. Ну, значит, я говорю, с ней занимались. Что случилось? Счастливая. Играет с ней. Ну. О, вторая. Я. Слушай, вот это, смотри, вот она шустрая. Вот ей реально на охоту надо, вот этой Найде. Очень шустрая. Ужас, какая она быстрая. Рома, я таких собак быстрых не видел. Нет, кстати, взять не может. Так что, ребят, кому нужны вам эти такие собаки, пишите. Дадим хорошие руки. О, это же мой мячик. Наш детский. В этом доме до 11 лет. Так что здесь мы, дедушка с бабушкой, жили. До 11 лет, потом они переехали в новый дом. Так что... Здесь все пусто, мебель, ничего нет, только стены остались. Ну, тепло. Блин, здесь классный камин такой был. Вообще красивый, да? На жопу море натопили. Да, красивый очень. Да, такой вот у нас дом. Это лестница, господи. Сколько связано с этим домом воспоминаний. Да, я помню, я сюда вставала, и бабушка меня прыгала, там второй этаж. Офигенно, здесь мои две любимые ступеньки были.
еще какая-то ступенька, чтобы вон там где-то, по-моему, вторая, чтобы не скрипеть, надо было аккуратно не нажать, чтобы никто не проснулся, потому что я всегда ночью поздно ложилась, чтобы никого не разбудить. Знаешь, что? Такая здесь красота. Это у нас была гостиная, типа. А здесь... Да, гостевая. Здесь сейчас вам покажу зал. Ну, здесь ничего нету, здесь вообще уже мебели нету. Но здесь всю жизнь. Ну, как наши, да. А, здесь света даже нет. Вот кухня маленькая. Красивая. Ну, как бы здесь уже ничего нет. Ну, вид сюда каждый день ездит собак кормить. Короче, приехала я, поехала вроде провожать Ксюшу. Но теперь я уже покормила собак. Теперь я еще иду в Магну за огурцами. Мама хочет мне сделать крабовый салат, потому что я его безумно-безумно люблю. Ой, машина, не сбей. Выясняется, что, скорее всего, мы еще поедем за кошачьим кормом, Мейн-куном. И еще мы поедем, это, кроме куркунту покупать, помните, бежу, которому хорошо было. Еще куда-то, надо ехать. Короче, я сегодня выспалась, и меня сегодня опять умотают, я приеду ночью, я не хочу ночью приезжать.